Всем большие приветики, меня зовут Аня, для тех, кто не знает, и вы попали на мой канал YouTube в новое видео. Добро пожаловать! Как вы поняли из названия видео, мы сейчас с вами оказались в Заре. Посмотрим, что есть здесь и сейчас в новой летней коллекции. Покажу вам все самое интересное и примерю. Если вам хочется посмотреть, то оставайтесь со мной и давайте начинать. Кимоно и брюки в пижамном стиле. Яркие оригинальные кимоно очень громко ворвались в мировые подиумы. И пока не собираются их покидать, они заслужили любовь модниц за свою легкость, воздушность и изящность.
Еще один главный тренд года – зеленое платье. Уже само по себе является великолепным украшением. Она подходит брюнеткам, шатенкам. Одна блондинка и рыженьких выглядит просто восхитительно. Еще один комплект кимоно и брюки. Круто смотрится с брюками в комплекте или с белыми шортами, брюками или удлиненными шортами. Под кимоно можно надеть топ-бандо или базовую футболку. Насыщенный розовый вдохновил почти всех дизайнеров на создание стилистических шедевров. Не бойтесь, Фокси, это не агрессивный красный, а творческий розовый. Стоит уточнить, что тут не помешает яркая розовая обувь, которая станет завершающим аккордом эффектного аутфита.
брюки, килоты с завышенной талией и отмеченными швами, широкая посадка, боковая молния, скрытая в шве. Образ, который можно составить как на каждый день, так и для особого торжественного мероприятия. Ну что, мои дорогие девочки, на сегодня это все. Я очень надеюсь, что вы приятно используете, провели это время со мной. Если вам это видео понравилось, не забывайте ставить пальчик вверх. Делитесь в комментариях своим мнением. А для тех, кто еще не подписан на канал, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить мои новые ролики. Я желаю вам прекрасного настроения. Пока-пока!